İşte böyle sayılı dostlar, multfilm sonuna geldi. Endi ise misafirlerimizden laf etmeye vaxt geldi. Bugün biz misafirlerimizden davet etip, onların sanat hakkında ve balalar sanatı hakkında laf edeceğimiz. Evet sayılı dostlar, ama bugün güzel bir mevzu hakkında sizge tarif etmeye istemiz. Çünkü bilemiz ki dünyada birçok bizim ayrı dikkatimizga ve yardımımızga muhtaç olgan insanlar var ve tamam onlarga sanatını ve bu dünyanı göstermek için birçok güzel lehalar çalışmakta ve tamam böyle lehalardan birisi hakkında biz bugün sizge tarif edeceğimiz. Bizim stüdyomuzda ise Art Vision sanat merkezinin müdürü Karina Vahrushova ve leha iştirakçısı Мария Козина. Бызым светимизге буйрыңыз. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в гостях. Как настроение? Отличное. Отличное настроение. Замечательно. Машенька, ты занимаешься музыкой утром. Всегда ли разыгрываешься? Есть ли у тебя какие-то утренние ритуалы? Утренних ритуалов нет, но каждый день занятия, занятия, занятия. Замечательно. Сегодня мы посмотрим результаты твоих трудов. Вначале, Карина, с вами хотели поговорить о таком замечательном проекте, да, который реализовывается Art Vision. Таких проектов несколько. Они связаны с детьми и молодежью с ограниченными возможностями. Расскажите, какие проекты реализовываются сейчас? Да, сейчас мы реализовываем 3 проекта основных наши. Это социально-творческий центр «Преград нет» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он реализуется при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Второй наш проект – это при поддержке фонда президентских грантов, физкультурно-оздоровительная студия «Спарта», где мы занимаемся с детками ОФП и акробатикой. И третий проект – это непосредственно тоже связан с предыдущими двумя. Это центр подготовки волонтеров для работы с детьми с ОВЗ. Предыдущие 2 проекта, они непосредственно направлены на комплексное творческое развитие деток. Мы занимаемся по одному проекту акробатикой, в другом проекте это вокал, хореография, актерское мастерство. У нас много вот направлений. Замечательно, то есть детки могут всесторонне себя проявить. Да. Замечательно. Что касается волонтеров, как происходит процесс подготовки, все-таки специфика работы, да? Где находите этих ребят, активистов, или они сами находят вас? Расскажите об этом. Ну, у нас так интересно все взаимосвязано. Специфика, да, отдельно. У нас разные группы. Это и дети с синдромом Дауна, и с аутизмом, с ДЦП. Есть танцы на колясках, и также вот детки глухие и слабослышащие, и слепые, и слабовидящие. Поэтому для каждой группы детей отдельные нужные навыки. Волонтеров как находим? Ну, у нас есть детки, которые просто занимаются, они видят вот эти занятия, они приходят помогать, они участвуют вместе с ними в концертах, в чемпионатах, в разных акциях, выступлениях, и они постепенно втягиваются, сами приходят помогать. Наши педагоги, естественно, помогают. Ну и такой момент, как сарафанное радио, тоже работает. Тоже работает эффективно, да, наверняка. А много ли у вас детей с ограниченными возможностями? А сейчас по нашим проектам занимается более 150 человек, ну и не считая волонтеров. Да. Достаточно, да. А как к вам попасть? Вот если кто-то из телезрителей нас сейчас смотрит и тоже хочет, скажем так, в этот замечательный, удивительный мир попасть и воспользоваться, скажем так, вашей помощью? Ну, волонтером стать, так же, как и учеником, достаточно просто. Можно найти нас в интернете, в соцсетях, Центр искусств Art Vision, набрать, позвонить, либо написать. Мы всегда в доступе, всегда открыты. И прийти на занятия, попробоваться и уже работать вместе с нами. То есть попасть может, в принципе, любой желающий? Любой желающий, да. Замечательно. Насколько вот данные проекты, по вашему мнению, актуальны? Конечно, безусловно, мы понимаем их актуальность, но проговорить еще раз, донести до нашего общества, почему важны и нужны нам они? Актуальность непосредственно мы видим по количеству детей и родителей, которые приводят деток. И они не уходят, и наоборот, многие у нас занимаются не один, и даже не два, более там, 5 лет. Поэтому потребность есть. Не во всех студиях работают с такими детками, и далеко не все студии могут предоставить именно вот комплексный подход, где дети вот могут прийти и с утра до обеда заниматься несколько подряд занятий. Им не нужно бегать по разным студиям, они в одном месте развиваются. И особые удобные условия. И как для родителей таких деток, я думаю, для них тоже облегчается. Ну, то есть помощь для них – это очень важно в данной ситуации. Ну, да, им не нужно в разные концы, в разные кружки ездить.
все творчество сосредоточено в одном месте. Замечательно. Да. Какую роль для детей с ограниченными возможностями занимает творчество? Ну, как с точки зрения психологии, уже, в принципе, доказано то, что это очень полезно и для социальной адаптации, и на практике мы видим, что дети многие раскрываются. В реальной жизни не всегда есть такие точки соприкосновения, где они могут себя реализовать. А здесь, да, кто-то показывает свои физические возможности, кто-то вокальные, как, допустим, Маша. Поэтому и это очень влияет на их эмоциональное состояние и в целом общение, контакт со своими сверстниками, такое разностороннее. Замечательно. Предлагаю перейти к творческой части и все-таки пообщаться с нашей героиней. Машенька, мы знаем, что ты любишь петь и играть на фортепиано, да? Расскажи нам об этом. Почему ты выбрала именно фортепиано, этот инструмент, и почему решила серьезно заниматься этим? Да, я хочу серьезно заниматься фортепиано и вокалом, чтобы в дальнейшем писать себе песни и самой их исполнять. Ничего себе! То есть ты хочешь стать композитором? Да. Замечательно. Не просто композитором. А автором и исполнителем песен. Да, да, да. Замечательно. Хорошие планы. А какие песни больше всего нравятся? Ну. Какие исполнители? Мне нравится в основном Полина Гагарина. Угу. Из современных артистов мне Юлия Зирт нравится еще. Угу. То есть и... ведущие артисты российской эстрады, в принципе, замечательно. Да, то есть получается, да. В каких конкурсах ты участвуешь? Мы знаем, нам тут поделились секретиком, что ты очень любишь участвовать в конкурсах. Кто тебя поддерживает в них? И расскажи об этих конкурсах. Меня поддерживает мама, папа, Сергей Константинович, мой преподаватель по вокалу. Евгения Сергеевна тоже переживает, когда я выступаю. Ну и бабушка и с дедушкой смотрят выступления. То есть большая дружная семья тебя поддерживает? Да. В таком случае не страшно выходить, я думаю, на сцену? Нет. Или есть волнение все-таки на конкурсах? Волнения некоторые бывают. Угу. Как борешься с ними? Что тебя вдохновляет и настраивает на выступление? Я делаю глубокий вдох и выдох. Если это не помогает, повторяю еще раз. Замечательный совет, я думаю. Дыхание наше все. Да, я думаю, многие телезрители взяли себе на заметку этот метод. Говорят, что сбылась твоя мечта, да? Ты выступила на одной сцене с Дианой Гурцкой. Расскажи нам об этом. Перед выступлением было очень волнительно, перед самым началом. Меня ж дрожь пробирала. Ну, конечно, да, с такой известной артисткой. Да, да. Ну, как все прошло? Всем понравилось? Прошло все удачно. Мы пели и держались за руки потом. Она почувствовала, что я волнуюсь. Угу. И потом обняла меня. И в конце песни попросила поддержать зал. Угу. И зал, безусловно, откликнулся на ее просьбу. Да, да. Замечательно. Расскажи о твоих занятиях в Art Vision. Как они проходят? Нравится ли тебе? Да, мне очень нравится заниматься в Art Vision. Во-первых, мой преподаватель Сергей Константинович очень хорошо объясняет, рассказывает, как нужно делать. И еще в этом году у нас начались сценические движения. Преподаватели Лилия Халиловна и Юлия Владимировна. Угу. Замечательно. То есть целая команда вместе с тобой творит творчество. Мы знаем, что сегодня ты с нашими телезрителями поделишься кусочком того самого творчества. Что будешь исполнять? Расскажи, почему выбрала именно эту песню? Да, я сегодня вам исполню песню Dance Monkey австралийской певицы Tones and I. Угу. Этот мировой хит, который гремел еще недавно со всех колонок. 19-го года. Угу. Это твоя любимая песня? Почему она тебе нравится? Ну, нравится, потому что вот смысл. Угу. В этой песне говорится о какой-нибудь вечеринке, там, например.
А веселье, да? Да. А кто же не любит веселье? Все любят веселье. Да. И уже спустя пару минут Мария это веселье передаст, в принципе, нашей студии. Спасибо вам большое, Карина. Желаем успешной реализации всех задуманных, спасибо, поистине этих благородных, да, проектов, которые помогают нам стать еще ближе, развивать наше творчество, творчество таких замечательных, талантливых деток. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в конце нашей беседы? И пригласить, возможно, родителей к вашим проектам. Да, я приглашаю присоединиться к нашим проектам, как и учеников, так и волонтеров. И желаю, самое главное, это делиться добром. Вот и все. Оно есть в каждом из нас, и мы можем его делать. Замечательно. Мария, что, хочешь ли ты что-то пожелать сегодня телезрителям? Возможно, привет кому-то передать. Я хочу передать привет бабушке еще. Хочу передать привет своим дальним родственникам. Замечательно, замечательно. Всем уверена, они сейчас нас смотрят. Да, и... Да, я уверена. Следующий музыкальный привет будет уже спустя пару минут в нашей студии. Благодарим вас, не прощаемся и ждем музыкальный подарочек. Эбет сағылы дослар, шымды қысқа тенефіз япамысын, дансон Мария жырасында сізлер үшін бір эсер яңғырачақ, бізден айрылмаңыз. You know you stabbed me, get the I was blessing.
Браво! Супер! Спасибо, Машенька, что подарила нам такой замечательный музыкальный сюрприз. Мы желаем, чтобы все твои мечты сбывались. И, конечно же, самая главная мечта – стать успешной певицей, композитором и автором песен. Мы даже не сомневаемся, что у тебя все получится. Спасибо вам большое. Ждем вас Спасибо. С такими замечательными, талантливыми детками у нас в гостях. Мне, например, эта версия еще больше понравилась, чем оригинал. Вот видишь, у тебя уже, Машенька, есть твой первый поклонник. Я уверен, что уже не первый. Да, далеко не первый. Далеко не первый. Да, желаем вам хорошего дня. Спасибо. Бұл сесе яйнымыз надевам и темыз, не в битеке қысымы, енді азыр, келіңіз оны сейретейік.